метод диагностики рака, контроль загрязнения среды и виды растений и животных, названные его именем. Привет, это «Лица науки» и сегодня в эфире биолог и врач Константин Ефетов. Оказывается, что молекулы антитела, которые есть у всех людей, при злокачественных опухолях изменяют свои свойства. Они становятся как бы более жесткими. И мы можем следить за течением заболевания по степени этой жесткости. На запах этого вещества, как на запах самки, массово слетаются самцы большого количества разных видов, обитающих на всех континентах земного шара. За последние годы было описано 10 зоологических и ботанических таксонов в мою честь. Подписывайтесь на Минобрнауки России и знайте науку в лицо.